25 января по традиции отмечают сразу два праздника. Несомненно, женщины, получившие красивое имя Татьяна, а вся студенческая молодежь отмечает День студента. Традиции празднования этого дня уходят в далекое прошлое, но, несмотря на это, дух веселья сохранился и в наше время. Наши корреспонденты с подробностями. В русской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, не сказать словами, плачешь, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет отчий дом мученик науки. Вот стою, держу весло. Исписанные вдоль и поперек конспекты, художественная импровизация на зачете по истории, прогуленные пары, веселые сессии. Каждому о чем-то своем напомнит 25 января, Всероссийский день студента. Что ни говори, а не зря годы студенчества были и будут излюбленной темой для воспоминаний. О курьезах студенческой жизни, об уникальной способности памяти на экзамене не знал, но вспомнил. К тому же это время насыщено красками молодости и нотками ностальгии. И как бы там ни было, годы студенчества – это юность, которую нельзя забыть. Сегодня, когда я являюсь студентом магистерской программы, основная часть сил сосредоточена на работе. Поэтому меня одолевают два чувства. С одной стороны, и радость, потому что студенчество, активное студенчество было в моей жизни. С другой стороны, печаль, потому что оно позади. Поэтому желаю нашим студентам ценить свое настоящее. Потому что студенчество – это такой чудесный, но, к сожалению, кратковременный период в нашей жизни. И спустя долгие-долгие годы мы с радостью вспоминаем его. И в то же время студенчество – это возможность проявить себя, трамплин, позволяющий с высокого старта шагнуть во взрослую жизнь. Студенческое время – самое романтичное и веселое, полное творческого подъема и надежд на будущее. И многие студенты, помимо учебы, ведут активную деятельность. Помимо учебы я занимаюсь танцами и общественной деятельностью. Я являюсь председателем культмассового сектора на факультете. Мы организуем праздники, дни рождения. Я являюсь председателем общежития уже в течение 5 лет. Также занимаюсь спортивной, общественной и учебной деятельностью. Отличница в течение 9 семестров. Студенчество – это незабываемые годы, наполненные новыми знаниями и высокими достижениями, веселыми днями и счастливыми событиями. Именно так все и происходит в Славянском филиале Кубанского государственного университета, считает студентка 2-го курса Анна Почтенко. Студенческая жизнь в первую очередь – это учеба, учеба и учеба. Также это активность, это творчество, это инициативность. Девушка прекрасно понимает, что студенческие годы – это как раз то время, когда можно определиться, чем все-таки заняться в жизни. А пока это счастливый период, после чего останется масса приятных воспоминаний. Яркие воспоминания, они в основном где возникают? Мы проводим Совет студенческого самоуправления, согласно с администрацией, проводим различные форумы, выездные дебют первокурсников. И там, конечно, буря эмоций, буря впечатлений, где различные тренинги, где конкурсы, соревнования, мы делимся по командам. Это очень забавно, это запоминается, конечно, на всю жизнь. Современный студент – человек очень занятой. Даже в свой праздник у него зачастую не находится времени, чтобы просто отдохнуть. А впереди их ждет учеба, лекции, конспекты и бессонные ночи перед экзаменами. Мы все были когда-то студентами, так что смело можно назвать этот праздник для каждого из нас. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».